ребята, вы на канале Бродяга режиссер, и сегодня мы будем открывать посылку. Спасибо бабушке, что она мне прислала. Вот, наконец-то я дождалась. Бабушке, дяде Роме, да, и тете Тане, что прислали посылку с Америки. Смотрите. Давай, открываем, распаковываем. Не спеши, давай, первое, что у нас здесь идет? Это юбочка. Юбочка, да. Такая. Давай, подожди, стой, не спеши, не спеши. Вот такая юбочка. Красивая, да? Ух ты, смотри, блестяшки разные, вообще классно. Это бабушка тебя, да, выслала? Да, это бабушка. Давай дальше, что там у нас в посылке? Ой. Спасибо огромное, мам, за такую посылку. О, это защита. О, защита, наколенник. Вот, защита. А, защита, чтобы кататься на роликовых коньках, да? Рейзер. На гироскутере. Да. Вот, еще какой-то... Не спеши. Ой. Дай же покажу же, что именно. Хорошо. Вот, мультиспорт, elbow, knee, pads and rights. Это по-английски? 8 лет плюс, да. Будешь на коленниками совсем. Дальше, да. Что у нас? Вот это платьице какое-то. Это летнее, по-моему. Ну да, летнее платьице тебе. Ну ты потом померяешь, да? Какое оно красивое вообще, Настя. Обалденно. Такое красивое будет. Вот, на. Вау, вообще. Вау, класс вообще. Класс. Сейчас положу. Опа. Так, теперь что у нас? Вау, ботинки. Вау, ботинки. Настя, ты будешь у нас самая модная. Ой, смотри. Это что, внутри? А что там внутри, оно пока? Не знаю. Бабушка же там записывала. А что это? Крем для... Крем для Маринки, наверное. Versace Bright Crystal. На, это, Маринка. Наверное, не крем, а это как бы еще какой-то крем. А, Shower Gel. Да. Это от Тани, скорее Это от Тани, всего. Наверное, да. Это тут есть еще? Для тела и гель для души. А, это другая юбочка, да. Она похожая. В общем, за посылку мы ничего не платили на почте, мы просто ее забрали. Ой, да? Смотрите, это смотри, одинаковые какие юбочки. Блестящие, смотри. Смотрите, это не одинаковые. Вот. Кстати, о, класс. Она смотри. Сделала даже, Таня, чтобы не... Это одинаковые юбочки. Даже, чтобы... Вот новые. Угу. Да, и вот еще доставай, такая. Доставай, вот они, ну они по цвету, получается, отличаются. О, вот юбки, здесь да? Бабочки, а вот здесь сердечки, по-моему, угу. Да. Не, ну Настя, американский модный класс вообще. А это мой рюкзак. А, нет, это сумочка. Сумочка, моя. Да. Смотрите. Вау. Вот, смотрите, можно вот так вот. А, вот так, ну покажи. Мне аж не видно. Класс. Пайетки. А, вот так вот. Ну видишь, как... фон черный становится. Да, да, да. А если сюда, то фон золотой. Да. А что в сумочке? Как это, как чешуя рыбы. Смотри. А, вот это ожерелья мои. Вау. В сумочке ожерелья разные. И помада. Не спеши, вот. Да. Помада не это спеши, кому? Показывай. Вот такое ожерелье. Кому помада? Тебе. Ну? Это губы, чтобы были большие у мамы. Папа, угу. Это губы, чтобы мама, да, маме да, да. Большие были. Это, получается, ожерелье тебе, да? Потом какое? Мне вот это нравится. Вау, еще вот такое ожерелье. А вот это есть. Что? А что это такое? Покажи оно. Я не знаю, может, бусинки? А, ну это тоже, наверное, какой-то на руку. А мне кажется, именно. Это чокер на шею. На а, шею, да, да, мне бабушка показывала. Ой, такое. Бабушка тебя нарядила вообще с ног до головы, ой, Настя. Это что? Платье. Смотрите, какой красивый. Тоже летнее, лянь, какая красота. Покажи оно. Вот. Такая это платье, да, летнее. Будешь летом да, ходить. Ля, какая красота. А, вот твои. А ну примери, примери. Вот. Примери. Во, класс вообще. Такая буду бегать. Вообще, будешь бегать взрослая уже такая. А ну-ка теперь, дальше. Мама, что-то... твои духи. Вау, духи, Версачи. Это от Тани, наверное. Да, да. От Таня, спасибо. Ну, это вот набор, видимо, такой. Да. Таня, спасибо огромное. Спасибо огромное. Да. Вообще и помада духи, Версачи. Помаду я не показывал. Ну-ка. Вот такая вот помада. Ой, как... А ну-ка, еще кукла. Таня, Настя. Спасибо огромное. А то я не знала даже, что мне но... мам говорит, что-нибудь заказывайте, заказывайте. Я уже и не думала, что... Мам, тебе тоже что-то... спасибо огромное. Да. Ой, какая а ну-ка. Красивая. Мам, спасибо да. Огромное. Ой, кукла вот такая еще красивая. Настя, у тебя этих кукол хоть соли. Ну, такой нету. Угу. Так, это что? Дальше что? Что у нас дальше? Вау! А, смотрите, еще а ну-ка, примери. Вот так вот можно. Примери на себя, Настя. Я такая буду на праздники ходить, когда да, праздники да, да, будут. Да. О, вот это вообще
праздничное, может, ну, в какой-то вот будет это праздник. Это уже такое вот именно взрослое, без всяких да, барби, взрослое. Вот это уже взрослое. Вот это уже взрослое. Ну, так, тебе. Тогда... Настя, то тебя обуем кошмар и оденем. Бабушка тебя обула и одела уже. Ну, это лосины, но они огромные, наверное. А, да, ну, лосины большие. Подрасту, хотя, может, и подкатить, да? И будут нормальные. О, смотрите, это что? Подожди, не спеши. А, ну, хорошо. А, это маечка. Это размер, да? 7-9. Это новый маечка. 7 до 9 лет. А ну, маечку примери. Вот. Вот такая маечка. Вот так вот буду одевать вот через эти рукавники. Угу. Рукавники. Так, а это что? Что дальше идет? Что это такое? Да, это такое. А, ну, на Новый год одену. Настя, ну, с этими платьями ты уже как не бродяга. Я думал, ты бродяга. Вместе со мной. Папа, это только ты бродяга. Это я тоже. Боже, смотрите. Вау. А ну-ка разверни. Сейчас. Как тут? Вот. Лисенок. А ну-ка, лисенок такой. О! Модный вообще. Один с короной. С короной даже. Катя, тебе нравится? Ого. Катя, она тебе будет на следующий год на школу, скорее всего, эта кофта. Да. Ты сейчас вытянешься за это. А это кому? Это маме? Что, а что, маме, тебе? Тебе, а ну обуй, попробуй обуть. Подходит, а ну-ка. Расстегивать, а вот. Во, а ну, покрутись. Во, как раз, да? Да. Как во раз, шлепанцы. Ну, вообще отличные. Легенькие такие, вот смотри, бегать тебе будет летом. Да. Следующее, что у нас? Это маечка опять. Ага. Это именно такие вот летние маечки. Это маечки. Летний сезон, да, типа вот такого плана. Ну-ка дальше, что у нас там? О. Опа. Это Катя, наверное. Это, наверное, Катя, да. Да, ну, это Катя. А, о! Это Катя, что говорили на Кристине. О, классно, ну да. Да. Ну, покажи, покажи. Вот. Покажи, так разверни. Вот. Вот так вот и держи. Катя, это тебе. Ну, какие бантики красивые. Это Кате будет. Угу. А вот эта шапочка Катина. Угу. А мы купили, блин, недавно панамку. Ля, какая красивая. Ну. Ну, ничего страшного, будет вторая еще шапочка. Так, следующее что? Не, ну хорошо. А, вот это шортик и кофточка, ну маечка. О, комплект там. А, нет. Вот. Да сколько с этой посылки будет, и столько одежды утрамбовали, а? Вот. Не, ну лосины эти на тебя уже во, сейчас ну поверни, как раз. Поверни. Во. О, бува. А это такая туника. Туника, да. Блестят. А вот это что? Это шортики. А ты мне все просишь, мама, купи мне. Лякие шортики хорошие, легенькие будут. Вот тебе уже одежда, целый комплект, тебе уже и покупать ничего не надо. А вот мой рюкзак. Как Звездные войны. Покажи. А в рюкзаке? Ничего она тебе в рюкзак не положила, она все в сумочку утрамбовала. Настя, да я сам такой рюкзак хочу. А, вот это. А ну-ка одень, примери его, рюкзак, Настя, примери. Просто, знаешь что, чтобы он форму удержал, чтобы он был красивый, Настя. Настя, одевай. Нужно всего наложить в него, поняла? И тогда он будет форму держать. Хорошо, одену сейчас. Ты в школу будешь в нем ходить? Нет, это просто на прогулку. Просто на прогулку? Вау! Вот так вот, давайте помогу. Угу. Повернись. Ну, Настя, немного, да он даже классно в школу. Немного надо будет подтянуть. У меня там огромные книги. Я не могу. Угу. Сейчас такой вот модный, да, цвет? Да. Да, сейчас такой цвет вот модный. Вот это что? Это моя кукла. Угу. А что это как да кошелечек? Да сколько кукол, Настя? Ля, какая кукла классная. Ему как кошелечек это. Вот расстегни. Да. Расстегни. Дополнительно. Это как потайной, да. Монетки. Денежки. Монетки будут свои, да. Да. Ты ж такое мелкое все любишь. Вот это куколка. Покажи куклу обзор. Покажи. Да, поверни. Вот так и держи. Ага. А, юбочка может сниматься и купальник может быть. Вот. Ты уже все снимаешь, да, Настя. Да, у нас аж руки дрожат. Ага, руки ей дрожат. Так нравится, радая, да, радая да. Кошмар, да? Потому что только тебе, видишь? Только тебе одна посылка. Да. Практически чуть-чуть там Катя, чуть-чуть мне. А так все для тебя, видишь? Ну, видишь, бабушка как... Собрала тебе все налито. О, поверни. О,
Угу. Принцесс. А, там еще одна кукла. Еще кукла одна? Ну ничего себе. Настя, сколько у тебя кукол? О, сережки у нее. Целая коллекция будет. И туфли красивые. Играться будешь куклами? Обещаешь бабушке, что будешь играться? Так она же играется. Ну, играется, да. Давай, что там дальше? А свет нормальный? Может не отойти? Ну да, чуть отойди, то свет плохо. Угу. Ну, чуть-чуть. На следующий год у нас следующий год отлично, физкультуру. Вот эти, как спортивные эти, да? Да. Штаны. А можешь летом просто их в холодную погоду одевать, если хочешь. Да не, будут мои на следующий год школы. Угу. О, вот это что. Ну-ка, сколько. Боже, сколько. Вау, кофта тепленькая она такая, да? Ну да, можно такой даже вечерком выйти будет. Сзади как ровно, а спереди, ну, такой. Вот это что, опять маечка? Угу. Ну-ка, поверни. О, ну-ка, вверх ее так подними. О, ну, маечка тоже, вообще, да. Вот сейчас, да. Хорошая, да, смотри, какая вот классная. Да, дуга какая. Угу. Настя, ты разодетая будешь вообще. Лосины. Или что это? Нет, еще одна кофта. А, кофта, да. Просто синяя. Угу. Ну, это вот хорошо. Вот сейчас даже, ну, в школу даже хорошо, да, в таком. Ну, да. Еще одна маечка. Угу. Вот. Маечка. А, нет, это зад. Вот. А я даже не знаю, как вот вперед или зад. Мне кажется, наверное, это нужно померить. Да. Ты сейчас вот это просто подоставала, а потом будешь мерить все, да? Да. На а себя. Вот это что? Это, ага. Это что? О, это вообще. С капюшоном. С капюшоном, смотри. Это крутая вообще. Расстегни. Расстегни ее. Это как этот, ветровочка, да? Да. А ну-ка, одень ее. Одевай. Больше ничего нету. Ого, ничего нету. Сколько, смотри, вещей. А ну-ка. Вау, класс. Наконец-то у тебя кофта на замке нормально. А ну-ка, покрутись. Но она чуть-чуть великовата на тебя, да? Да. А ну-ка, повернись. 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 Хотя нет, она, наверное, класс. Такая и должна быть. Йоу-йоу-йоу. Я как мальчик. Мальчики там с капюшоном ходят. Угу. Так и девочки, знаешь, как вот такую погоду в дождливую одела и пошла. Ну что ты хочешь передать? Какие пожелания? Ну бабушке? Ты рада? Глянь, сколько всего блестящего. Да, я очень рада. Очень? Да. Что ты хочешь передать бабушке, тете Тане, дяде Роме? Я хочу передать бабушке, тете Тане и Роме, что спасибо очень. У меня столько много теперь вещей. Ну. Ну все тогда, мы распаковали посылку, спасибо вам огромное. Сейчас будем это все мерить, слаживать. Поэтому с вами был канал Бродяга-режиссер. До скорой встречи. Пока-пока. Bye-bye.